Внимание! В видео присутствует скример. Это просто страшная легенда, и ничего реального в ней нет. Не долбайте нас в комментах, типа «А, там скример!» Не вставляйте их больше! Или типа «Фу, это фейк!» Ребят, мы и сами знаем, что это фейк, и скримеры – это наша фишка. Они в каждом ужастике у нас. Будем рады, если досмотрите видео до конца и поддержите лайком и подпиской. Если хотите, конечно, мы вас не заставляем. И мой ассистент неплохой, и менять его я не буду. И как некоторые, или не знаю, сколько их там писало мне, типа, давай ему пендели за каждый скример. Нет, я этого делать не буду. Это наша фишка. И, конечно, это была наша ошибка, что мы не предупреждали об этом. Но сейчас мы это делаем. И еще, у меня YouTube блокирует комменты. И когда я их включаю, то происходит то же самое. Так что сори. И это происходит только на новых видео. На старые не распространяется. Всем приятного просмотра. Я, как обычно, играла с друзьями и подписчиками в Wildcraft. Кто-то постепенно уходил. У кого-то садилась батарея. У кого-то дела были. Или многим просто надоело. Как только с сервера ушел последний игрок, осталась на нем только одна я. Он был открытым, и туда войти мог кто угодно, но никто ко мне не приходил. Я стала открывать сундуки в надежде, что мне выпадет мистик. В итоге ничего не выпало. Я вышла из меню и увидела, что рядом со мной стоит АФК-игрок с ником Аксель203. Он был со скином мистической лошади и черными глазами. Я думала, что это самый обыкновенный игрок, который пришел пообщаться. Я написала в чат «Привет», но ответа так и не получила. Я побегала вокруг него, попрыгала, но он все стоял так же АФК и не обращал на меня никакого внимания. Я решила пойти на босса. Как только я его убила, этот игрок оживился. Он не писал ничего в чат, а очень странно ходил по карте, как будто робот. Я ничего в чат писать не стала, я просто наблюдала за этим. Так он прошел всю карту, потом остановился и снова стоял АФК. Я подошла к нему поближе, и тут мне показалось, что он что-то пишет в чат. Но в чате ничего не отображалось. Отображался только ник и пустота. Я решила уйти с этого проклятого сервера и пойти на другой. Как только я ушла, игра зависла. Но потом все-таки я смогла войти на другой сервак к другим людям. Была очень долгая загрузка. Я даже думала, что сейчас игра вылетит. Но нет. Как только я вошла на сервер, то увидела, что передо мной стоит тот самый игрок. Я спросила, видят ли другие его, но они ответили, что нет. Я пошла на другой сервер, совсем другую локацию, и опять то же самое. Я решила сменить Европу 2 на обычную Европу, и все повторилось. Я сменила Европу на США, и опять повторилось. Вскоре телефон выключился, и Wildcraft'а на нем больше никогда не было.